Нас тут вчера, короче, нехило снегом завело. Но в Свердловске трактор еще даже не выезжал. Дорога не прочищена. А время уже дофига, час, наверное. А мы едем куда-то там фоткаться, в какой-то там лес. Она с собой атрибуты взяла для фотосессии. Да, я все взял. Вот на елочку повесим. С нами идет какая-то кисточка. Впереди кисточка идет. Мы, короче, идем фоткаться. Идем в какой-то сраный лес. А, это пипец. Здесь лежали шашлык. Люди отдыхают. У всех Новый год. Ну, да? Прямо, наверное, к елкам. А может туда в елке? В елках там неинтересно. А вот какой неинтересно, как елочки. Так там такая же красота, там они только стоят близко, они пушистые. Она знает. Эх, полезь. Давненько я тут не был. Это пипец, ребятки. Куда нас несет? Вопрос в другом, зачем нас сюда несет? Вот мы и пришли, друзья, в Полесье. Давненько тут не был. Смотри, какая лавочка прикольная. Красота, вообще такая мощь стоит просто. Прям мощь! Ой, куда полезла-то, ой! Подготовка к фотосессии. Нет, она сейчас в него лягу. Не надо. Проснись. И вот так вот тебе это. Ныряй прям, прыгай. Звездочкой. Ой, кошмар. Ужас, Софья. Я вроде тебя столько лет знаю, но не думаю, что настолько все плохо. Красота требует жертв. Мне YouTube канал снимать. Ребята, это пипец. Мы идем к старому корпусу Полесья. Мы идем вот так вот, чтобы вы понимали. Здесь снега реально по колено. У меня полны сапоги, блин. Мы идем дальше, ребят. Вот они. Окна дискотеки. Яхтового зала. Вот он, теплый переход. Иди, трактор, прочищай дорогу. Мини-трактор развелась. А здесь что такое за здание? Деревянный корпус Полесья. Когда-то тоже заселялся детьми. Самый старый корпус. Раньше он был как общага, в нем жили военные. Да? Да, потом его отдали санаторию. И в нем жили тоже дети. В пик санаторию здесь было до 800 детей. Ёкарный бабай! Иди, возвращайся домой, мы подождем. Он там раньше был сказочный городок. Да. Так как и фигурки были деревянные, да? Угу. Зиму хотел сделать вот так. Все, решили пойти по другой дороге. Говорят, здесь лучше. Мне вообще хорошо. Не хорошо, да? Как после бани, наверное. Как после бани. Распарилась. Красный. Кс-кс. Вот это да. Самодельный стол. Потом делаем потом. Оп! Все. Оп! Новый год! Надо здесь зимний шашлычок-башлычок.
Я сказал, приготовь, пока я жарю шашлык, все. Порезать там все. Все сделать. Нате, вот. Ну, короче, в итоге. Спасибо. Давайте. Честное слово, ни разу не ели ничего. Давайте с наступившей. Выпили, умри, называется кружка. Инка, я...